Всем привет! Вы на канале iModelist. Представляю вашему вниманию новинку от фирмы Border. Немецкий истребитель периода Второй мировой войны Focke-Wulf 190А8 в 35-м масштабе. Из данного набора можно собрать одну из четырех модификаций самолета А8. Р2, Р6, Р7 или Р8. В состав набора входят литники с деталями, фюзеляж самолета, крыло, очень детализированный двигатель, винт, кок винта, кабина пилота, приборная панель. Два одинаковых литника. Заднее колесо. Два литника с прозрачными деталями. Плата фототравления. Декаль. Металлическая трубка и инструкция по сборке. Ссылку на набор оставил в описании к видео. До встречи на канале!